Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Сегодня мы в этом видео хотим с вами уделить внимание нашему зеркалу. И очень часто мы, женщины, девушки, хотим поговорить с зеркалом. Мы, когда видим свое отражение, мы не только радуемся чему-то, восхищаемся собой, но и также любим зеркалу поябедничать и рассказать о своих неудачах, о своих каких-то потерях. И мы хотим поговорить с вами о том, что вы никогда не должны говорить зеркалу. Обязательно с этим видео поделитесь с теми людьми, которые это могут совершать. Вы можете это допускать, что они могут это делать, для того, чтобы они этого больше не делали и смогли свою жизнь изменить, и даже иногда могли, благодаря одному видео, одному движению, одному совету или рекомендации, человек даже может поменять свою кардинальную жизнь. Итак, друзья, какие слова нельзя говорить перед зеркалом? Это плохо, это ужасно, отвратительно. Я некрасивая, уродина, толстая. Когда вам больно или у вас что-то болит, когда вы, вот, знаете, вот у вас есть, вы несчастно себя чувствуете, убогой, когда вам что-то надоело, вы устали, вы думаете, боже, ну когда же это все кончится, и почему-то все должно быть перед зеркалом. Когда вам грустно, когда у вас депрессия. Когда вы чем-то страдаете, рыдаете или плачете. Ну и, конечно, когда вы думаете о том, что вы ненужная, неприкаянная и всему миру с вами неинтересно. Пожалуйста, подумайте об этом и старайтесь вообще поменьше быть у зеркала в те моменты, когда вот вы в плохом настроении, когда вы хотите поплакаться, когда вы знаете, вот вашу душу раздирает, и вы не знаете, вот кому выговориться. Не делайте это, пожалуйста, перед зеркалом, потому что зеркало все-таки это магический атрибут. И помните о том, что зеркало спроецирует все то, что вы говорите зеркалу, в реальную жизнь. Как говорится, что просили, то и получаете. Поэтому всегда перед зеркалом мы только улыбаемся, находимся в прекрасном расположении духа, думаем. Говорите всегда перед зеркалом такие слова, как любовь, как здоровье, счастье, радость, жизнь, богатство, вам весело, вам интересно, вы магнит для денег. Те слова, которые мы вас научили говорить. Друзья, говорите, и ваша жизнь начнет меняться. Поэтому обязательно сохраните это видео, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми. И также напишите нам в комментариях, друзья, вы задумывались о том, что можно, а что нельзя говорить перед зеркалом. Ну а с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь, друзья, ставьте лайк, и мы услышимся с вами в следующем видео.